нас сегодня очень крутой гость. Очень крутой гость. Шикарный гость. У нас, конечно, в гостях певец и самый главный любимчик публики. Конечно, человек, который сколько хитов не выпускал бы, да, он продолжает их петь. С легкостью. Джакали! Всем доброе утро. Привет еще, дружище. Вы откуда такую бодрость с утра берете? Ну, это уже прошивка такая. Ну как ты, бро, давно не виделись? Ой, очень давно не виделись, да, Саймон? Ну прям да. Очень давно. Я прям даже чуть растерян. Ты все не меняешься, брат, не стареешь, даже молодеешь где-то, брат. Ну это питание такое, да. А, да? Да. Да, мне с питанием, да, тоже надо было поработать, да. Не, ну ты красавчик, отлично выглядишь, и песни, ну, пишутся, вообще хиты пекутся. А ты женатый, братан, человек? А, я? Да. Ну, на своей работе, да, жена. Ну, вообще, я его жена эфирная. А, эфирная. Ну, конечно. Осталось найти первую, да? Эфирная есть, осталось найти первую, да. Ну, кстати, в этом году еще не виделись, это первый раз в этом году, и твои фанаты не могли дождаться возвращения. Ну, а ты где пропадал, чем занимался, пока вот тебя не видели? А мы когда, в прошлом году видели? В прошлом году, да, по-моему, последний раз за прошлом году, да. Год назад! Год назад! Я даже, прикинь, у меня просто память потихоньку начала ухудшаться в последнее время, да. Я уже не помню момента. Да где жил, там, тут. Вот, у нас еще был период беременности, там у жены такие, да, семейно-бытовые моментики, вот. Сейчас я в Алмате. Сейчас я в Алмате, родилась у нас, получается, дочка. И у нас есть традиция, что внучка должна расти с родителями, то есть с бабушкой, с дедушкой. О-о-о, а вы отдыхаете, да? Да, и мы, не, и мы вместе, да, а, вместе. С семьей у нас полный дом, полный радости. Родители молодеют, возятся с внучкой, играются. Ну, в общем, все чудесно, все отлично. В Алмате занимаюсь там музыкой, творчеством со своими друзьями, братьями, друзьями детства. Все круто, все отлично. И частенько приезжаем сюда к вам, в Москву, в Россию, в гости. Прикольно. Слушай, кстати, в одном из интервью твоей мамы, она давала интервью, было сказано, что твой папа не хотел, чтобы ты занимался музыкой. А вот сейчас он уже принял это, такого же или такого же мнения остался? Я бы не сказал, что прям он не хотел, чтобы я занимался музыкой. Он, как и каждый адекватный родитель, просто хотел для своего ребенка стабильности, да? Просто, может, он не видел в музыке стабильности. Все-таки музыка — это немножко такая нестабильная профессия, да? В том, то есть хит, то нет хита, да? То есть, и понимаешь? Ну и в целом такая работа очень неконкретная, да, в каких-то моментах. И он хотел, чтобы я пошел там по промышленной теме, по химтеме, по товару, по нефтянке или по чему-то такому, да? Ну, кстати, пожелание неплохое, кстати, на самом деле. У меня отец сам нефтехимик, поэтому... О, смотри. Ну, а когда это дело пришло к успеху, он полностью начал меня поддерживать, сказал, все. Все, дал благословение и в добрый путь отправил. И сейчас у бати наверняка песня «Доча» на репите, да? Да. Ты знаешь, он даже вот, он следит каждый день больше, чем мы, чем вся наша команда по маркетингу. Он говорит, вот сегодня там добавился еще 1 000 000 просмотров, там лайки, там это, там то, можно вот такую песню сделать. Ну, то есть, все четенько. Но получается, ты уже батя со стажем. Вот, поделись, вот, ну, то есть, каково быть вообще батей? Я, брат, пока только начинающий батя. Мне мои друзья, у которых уже там дочкам, да, там, в частности, там, по 5, по 6, по 7 лет, а кому-то там уже по 15 лет, да, у меня друзья есть такие. Они говорят, брат, пока я здесь сейчас 7 месяцев, говорят, пока вот ты играешься, там, у вас все так хорошо, а скоро, когда начнет ребенок говорить, да, там, дочка, начнутся еще, знаешь, такие манипуляции приятные женские. Это вот, типа другой этап, да? Дочка. Это будет, вот тогда, говорит, все начнется. А пока я прихожу домой, нюхаю свою дочку, да, там, мы играемся, вот, поэтому... Пока еще оно не началось, да, это отцовство в полной мере. А как ее зовут? Ее зовут София. София. Beautiful name, beautiful. Это, по-моему, арабское происхождение имени. Оно означает чистое, непорочное, искреннее, светлое. Вот все, что связано с таким очень светлым, чистеньким. А случайно за футболом не следишь? Слушай, мы... Ты просто про пенальти все говоришь? Мы на днях... У нас было выступление в Астане, по-моему, 2 или 3 дня назад. И мы после концерта собрались у меня в номере и смотрели матч Аргентина-Нидерланды. Нидерланды, вообще... У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Горячий матч, боже мой. У нас еще в 5 утра выезд в аэропорт, мы до 4 утра сидим.
не, матч не останавливается, но это было очень сильно. Там так много желтых. Еще вчера Марокко выстрелил. Вчера же Марокко. Позавчера Марокко вообще впервые в полуфинал попадает. Да. Ну что ж, вот видишь, футбол все круто, и с песнями все круто. Но, кстати, мы тут подумали, так. Да, то есть Доча у нас на репите играет везде, но, скажем так, акапелная версия еще нигде нету. То есть, может быть, я битбокс сделаю, а ты просто, ну, там, ну, может, нам куплетик просто споешь. Поймаешь, да, темп, да? А, ну, скажешь, как, там, сколько там, 95, по-моему, да, или сколько? 100-шка, да. А, 100 BPM, да? Да, 100-шка. Вот, сейчас, я сейчас начну, ты скажешь, ну, быстрее, медленнее. Дайте Саймону метроном в уши, да? Метроном в уши, да, так. Попробуем. Чуть побыстрее, да. Ага. Как это прекрасно быть отцом, особенно твоим. Я видел всю планету, но в тебе есть целый мир. Ты еще не умеешь, но мы часто говорим. С тобой я нахожу себя другим. И я спускаюсь со сцены и смываю грим. Перед тобой без масок, я верю, что любим. Перед тобой тот, кто я есть. Золото теряет вес, когда мы лишь глазами говорим. Из грубого, типичного, брутала наглеца я превращаюсь в твоего миленького отца. И словно за мгновение пролетают месяца. В тебе я постоянно наблюдаю чудеса и пою, о боже, как ты на меня похожа, да. Я счастлив, когда ты тоже, да. Ведь это чувство, да, дружи. И пошла дальше. Джа Калид! Слушаем! Дочу! Ну что, похоже, да, вроде на оригинале? Конечно, четко, бро! Ну что, смотрите, что мы делаем-то, Саш? Мы уже играем в футбол. Да, тут оказывается, не только Саймон болеет футболом, но еще и Джа Калиб, ребята будут играть в настольный футбол, но как сборная Марокко, я уверена. Но, Сань, пожалуйста, не заигрывайся и задавай вопросы. Нам же интересно, что у Джа Калиба происходит в жизни. Одновременно будет блиц за брод. Ты готов? Давай попробуем, да. Итак, начинаем, первый, да? Вопрос. Начинаем, да. Так, играем. Первый вопрос. Мяч не двигается. Ага. Так. Давай, сейчас, я чуть-чуть читка дану. Ага. Так, первый вопрос. Сейчас будет гол. Кто забил? Саймон. 1-0 пока, да. Так, вот где мяч у нас. Во, вот мяч. Ага. Так, первый вопрос, дружище. А что ты сделаешь, если тебе подарят 20 килограммов навоза? 20 килограммов навоза хорошо для того, чтобы посадить что-то, как удобрение. Навоз хорошо. Хорошо навоз еще как теплоресурс, да, его хорошо поджигать, да? Это такие деревенские, да, моментики. Так, а что первым сделаешь, если вдруг проснулся женщиной? С какой женщиной? С женой все имеешь в виду? Не, именно сам проснулся, а ты уже в женском теле. А, я женщина? Да. Что бы я сделал? Гол! 1-1, Джа Калиб забивает. Так. Да, красавчик. Я бы пытался понять женскую логику. Я бы имел бы такое свойство, если был бы женщиной. Если проснуться женщиной. Слушай, женская логика, даже сами девушки не понимают. Ну, я бы попытался, по крайней мере. Красавчик. Так, следующий вопрос. Ой, сейчас чуть-чуть не забыл. Шайбу! Что там такое происходит с шайбу? Мы же не в хоккей играем-то. Так, смотрите. Шайбу! А, что в будущем скажешь парню своей дочки? Братан, прям без ножа режешь. Мне кажется, это такая больная тема для всех отцов. Конечно. Вот. Что скажу? Дробовик возьмешь, нет? Нет, я задам ему вопросы. Мне главное, чтобы он был богобоязненным, праведным парнем. И скажу ему, что если он обидит мою дочку, то у него будут большие проблемы. Да. Какие слова, которые начинаются на букву Х, на Х, и заканчиваются на И краткое, приходят тебе в голову, в первую очередь? На Х и на И краткую? Да. Холодный. Красавчик. И последний вопрос. В твоем понимании, что означает слово фердипердозно? Не знаю. Что-то вонючее. Нет, не совсем. Ну так, если ассоциативно. Ты удивишься, фердипердозно, это означает восхитительно. Кто забил? Вот это поворот.
Судья Калиб побеждает. Я бы хотел ничью, да. Я хотел ничью. Красавчик. Отлично. В этом матче ты побеждает, бро. Ну что ж, у нас есть время для прощания, да? О, конечно. Вот, ну, у нас где-то минута есть. Вот, что скажешь твоим слушателям? А куда надо сказать? Вот камеру, да. Что сказать слушателям? Ну, во-первых, скоро Новый год. Новый рубеж. Хочу пожелать всем нашим слушателям, чтобы вы провели этот Новый год в кругу семьи. Пускай все ваши семьи, близкие, родные, дети будут здоровы, счастливы. И хочу пожелать нам всем, чтобы следующий год, он такой занавес, мы все с опаской на него смотрим. И пускай он будет намного лучше, чем последние года. Джо! Да.